этого, видишь? А вот церковь, вот яблоней. А вот смотри, какие красивые эти елки тут. Да, эти большие шишки. Вот. А синагога туда дальше. Сейчас и пойдем туда. Вот она церковь, видишь, какая крутая. Да. Вот сюда поклоняются, из Израиля приезжают. И здесь на трех языках вот написано, смотри. Вот эта церковь. И на трех языках. Смотри, видишь? На русском, на английском и на иврите. И написано, церковь Святой Троицы находится в одном из самых аутичных и красивых сел Приднестровья. Необычное архитектурное решение этого храма, а также исторические события, связанные с началом его постройки, привлекают внимание паломников и туристов. В наши дни церковь Святой Троицы служит верующим и объявлена памятник архитектуры республиканского значения. Церковь была построена в 1779 году. Она небольшая, уютная. Уникальность храма в том, что тут находится икона «Спас нерукотворный». 19 века верующий наделяет ее чудотворной силой. Вот. И то же самое на английском и на иврите. Да. Ты видела? А я удивилась. Думаю, как это третий национальный язык Приднестровья, это вот. Прости нас, Господи, помоги на парню. Ты не хочешь зайти? Я тебе шляпку дам. Давай не будем. Давай в другой раз. Ну хорошо. А то ты в шортах. Пошли тогда в это. Посмотрим там. Да.